сорт острого перца Java Dehut Yellow. Такой-то интересный перец. Очень-очень острый. Острота у такого перчика от 200 до 500 тысяч скобелей. Это невероятно острый перец. Вкус такого перца сладкий, пряно-фруктовым ароматом. Видите, какая у него форма интересная. Морщинистый. Так, чем-то похож на лицо. Все перчики, даже зеленые. Видите, какой у него? Красавец. Срок созревания такого перца от 85 до 100 дней. Высота куста может достигать от 50 до 70 сантиметров. У этого перчика сладко-фруктовый аромат. Он высокоурожайный. У него очень-очень большое количество плодов. Если посмотреть на этот перчик, он похож на лицо одного персонажа, который назывался Джаба. Вот смотрите, какая морда у него интересная. И у этого, гляньте. Вот тоже такой, смотрите, видите? Я только не помню, в каком фильме. Если кому-то будет интересно, можете зайти и посмотреть. Такой жирный инопланетянин. Еще от него, в честь него назвали этот сорт. Тут все перцы, все такие покрученные. Если посмотреть на каждый перчик, вот, все перцы имеют вот такую вот интересную форму. Вот, смотрите. О, о, видите какой? Вот. Такой необычной формы, гляньте. Вот. Настоящая морда жабы. Это, ребята, сорт высокоурожайный. Он неприхотлив. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Если у вас нет такого сорта, вы можете его заказать у нас. Он довольно острый, довольно ароматный и неприхотлив в выращивании. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.